Всем привет, меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. Ребята, если вы слышите, у нас косят траву, и я ушла со своего рабочего места и отошла чуть-чуть в сторонку сзади дома, чтобы можно было хоть немножечко вам снять видео без каких-то побочных шумов. Но как получается, так получается. Сегодня мы проводим розыгрыш. Ребят, я извиняюсь, что я так поздно делаю этот розыгрыш, поскольку я немножко с нашей разницей во времени припозднилась, и сейчас, наверное, у вас уже поздний вечер, но я постараюсь сделать это видео как можно короче, чтобы оно быстрее загрузилось на YouTube, и чтобы вы быстрее увидели, кто же победитель. Ну так давайте начнем розыгрыш. Для участия нужно было написать слово «участвую» и быть подписчиком моего канала. Это единственное условие, которое я попросила вас выполнить. И в подарок вы получите шикарную схему авторскую, шикарную совушку Айли, где вы сможете приложить все свои творческие задумки, когда вы будете вышивать эту совушку. Пойдемте, все-таки мы сделаем розыгрыш. Итак, вот мое видео. Сейчас мы его будем копировать. Я извиняюсь, но ждать я больше не могу, когда закончат косить траву, поскольку это может занять еще несколько часов. Я снимаю с телефона специально, чтобы мне было более удобно. Сейчас вы видите, вставляем. Итак, 162 комментария. Поехали. Хоть все и отсвечивает, но уж как есть. О, и выключили. Супер, супер. Хорошо, что выключили. Так, сейчас обрабатывается. Видите, как медленно. И так, и так, и так. Ребята, все отсвечивает. Ну, простите меня. Я хотела, и так уже столько времени прошло, я не сняла, что я хотела как можно быстрее. Так, ну и кто у нас здесь? Вышивка крестиком. Так, смотрим. С днем рождения канала, Алена. Желаю больше интересных идей, ровных крестиков и вдохновения. Участвую, Россия. Меня зовут Марина. Мариночка, поздравляем вас с выигрышем. Итак, Марина, мне нужно от вас только ваш электронный адрес, куда я могу переслать вам эту авторскую схему. Ура, ура, ура! Еще раз поздравляем Марину. Вышивка крестиком. Мариночка, все, вы молодец. Здорово, что выиграли, я очень рада. Жду от вас электронного адреса. Итак, всем пока-пока. Спасибо, что меня досмотрели до конца. Чао!